Вход в зал, где живет мамонтиха Матильда, теперь охраняет медведь Сан Саныч. Таких в природе уже давно нет. На память остался лишь череп, который, надо сказать, сотрудники краеведческого музея раньше и не показывали. Вообще, в новой экспозиции Музея природы Новосибирской области почти все экспонаты либо недавно приобретенные, либо те, что все время лежали в закромах. Теперь краеведческий музей – это не только чучело птиц, летучих мышей, насекомых, но и редкие полезные ископаемые, драгоценные камни и многое другое. Нам удалось показать в этих экспозициях то, что мы 30 лет не показывали. А кроме того, знаете, 30-35 лет здесь и не было никогда реэкспозиции. Тут как поставили экспозицию, так она и стояла. Вот. Мы никогда не показывали там нашу коллекцию турмалинов. А мы никогда не показывали другие драгоценные камни, там опалы, там бразилиониты. Особая гордость – это кости динозавров, их отпечатки или даже сохранившаяся кожа. И все подлинное. И детям, и взрослым наверняка понравится и так называемая «скала удачи». В нее также вмонтированы насекомые и камни. Главное, мы создали полноценную экспозицию по палеонтологии, которая показывает фактически вот весь цикл от зарождения жизни и до, там, до ледникового периода. Ну и понятно, а ледниковый период у нас представлен вообще очень хорошо, потому что именно эти отложения для Новосибирской области самые такие хорошие, самые хорошо сохранившиеся и легко доступные для исследования. Стоит отметить, что для школьников музей разработали комплекс лекций и тематических занятий. А рассказать о новых экспонатах действительно можно многое. Увидеть экспозицию горожане смогут со 2 января.